сама ты дура, дуракам везет. Что ты понимаешь? Наверное, ничего. Наверное, ничего. Наверное, не знаю, все, чего не скажешь ты. Ты не знаешь, как осуществить мечты. Без тебя никто постучался в эту дверь. Это мама, это волк, это дикий зверь. Дикий зверь, никому не верь. Сейчас я расскажу вам три истории, которые можно найти по хэштегу «Фейл свидания года». Хорошо получается. Очень смешно. Дай посмотреть. Галерея. Далее. Кнопка. Далее. Интернет-браузер. Перейти. Крот вышел на сайт знакомств. Ага. Только без нормальной фотки мне никто не пишет. Ну, так уж и быть. Я могу сделать тебе фотосессию века. Может, нормальные парни подтянутся. Опять придумала план, как поиздеваться? Я вообще-то помочь хочу. Ты серьезно? Да, Маш, я серьезно. Покляни здоровье мамы. Ты дура? Я не буду такой хренью заниматься. Чё за детский сад? Поклянись. Я клянусь здоровьем своей матери. Ладно. Ну, это, грудь вперед. Выпрямись и улыбнись. Теперь наверх посмотри. Прямо наверх. Алло, Маш! Ты есть идешь или выбрасывать? То в стирке. Я кое-что другое надела. Отправить. Кнопка. Куда ты что там надела? Ты можешь поесть нормально. Хватит болтать. Я с Кириллом встречаюсь. С кем? Это все твои фотки. Скажи, он красивый? Все приложения. Галерея. Перейди. Как жопа с глазками. Значит, точно красивый. Запись голосового сообщения. Напиши, как подъедешь. Сообщение отправлено. Куда подъедет? Вы что с ним сейчас? Здесь встречаетесь? Он за нас заедет и повезет меня на свидание. Догонит он все. Никуда он не приедет. Ты что, ПМС? Валерьянки выпей. А лучше к врачу сходи, психичка. Не хочешь есть? Не будешь есть. Входящие сообщения от Кирилла. Прослушать кнопку. Я подъехал. Выходи. Не поем, зато в стране буду. Да куда ты собралась? Слеподырка. Ты его даже не знаешь! Ну и вали нахрен! Маша! Маша, привет! Привет! Я открою дверь. Угу. Thank you.
Алло, да. Я на месте, но их не вижу. Ты через сколько приедешь? Мне 10 минут. Нашла их. Перезвоню. И тут ты, как ангел. У нее и волосы такие же были. И улыбка так похожа. Вот я и не сдержался. Ты прости, у нас такая разница в возрасте. Но моя Маша... Мне очень жаль, что она умерла. Ты не знаешь, конечно, но я выгляжу совсем не так, как на фото. Неудобно было со своим там сидеть, понимаешь? Неловко как-то. А потом я увидел тебя и... Не должны дети умирать раньше родителей. Прости, у нас же хороший день. Ты ешь мороженое, ешь. А ты знаешь, что залог успеха певицы – это хороший звукорежиссер? Техника должна быть хорошая, иначе получится раненый козел. То есть ты мне можешь записать, а ты молчал? Входящий звонок, секунду, абонент сестра. Дура. А, это Кристина. Привет, Контакт Ирина. Она, наверное, дура. Беспокоится. Чего тебе? У тебя все норм? Да. Тебе приехать, может? Давай поговорим. Алло? Кристиночка, здравствуйте. Вы не пугайтесь, пожалуйста. Мы в парке на Центральной аллее. Если хотите, приезжайте. А Машу я потом до дома довезу. И она все объяснит. Ладно? Ладно. Пусть только телефон не выключает. Угу. Так о чем мы? А, запись. Слушай, ну мы только познакомились. И я не знаю. Наверное, странно как-то сразу предлагать тебя записать. Но если ты хочешь, могу показать тебе свой микрофон. Конечно, хочу. Можем попробовать прямо сейчас. Входящий звонок, абонент дура. Блин. Это, кажется, мы сюда быстрее шли. Скоро уже, скоро. Осторожно. Тут просто красиво. Но я все равно не вижу. Мы здесь с Машенькой, мы часто гуляли. Ей здесь нравилось. Я ее так любил. На тебя тоже, я уверена. Кирилл, а ты мне отдавал телефон? Я ее так любил, а ее не стало. Внезапно. Мне теперь совсем некого больше любить. Можно я буду тебя любить? Ты ведь будешь меня слушаться? Мне больно! Ты должна, ты обязана меня слушаться. Ты должна любить меня так же сильно, как и я тебя люблю. Кирилл, отпусти меня! Ну не капризничай! Ты ведь знаешь, что будет, если ты будешь продолжать капризничать.
Ну, не капризничай, хорошо? Хорошо. Хорошо, папа. Хорошо, папа. Вот умница. Страдать, если с тобой что-нибудь случится. Несносный ребенок. Маш, ну иди, папа поможет. Ну иди. Ну ты. Маш. Так ты можешь себе навредить. Ну, посмотри. Вся испачкалась. Вся грязная. Я должен тебя раздеть и помыть. Я виновата. Я дерьмо. Не плачь, Кристин. Ну, он виноват. С этого дня ты на месяц лишаешься телефона. Никаких тебе инстаграмов, никаких тебе ютубов. В смысле? Я лишаюсь? Блин, я вообще-то ее спасла. Она сама его нашла. Маша, месяц сидишь дома. Что? Это она меня магнитом извращенцев нарядила. Я? Да, ты. Пап, да она гонит. Сама ты гонишь, дура. Овца. Сама овца. Дебилка. Да ты крыса. Идиотина. Вонючая. Сама идиотина. Затлай! Ненавижу тебя. Сама ты дура. Гнида. Отстань.